Здравствуйте, это новый видеообзор игры League of Legends режима RAM от сайта azalive.info. Здесь я играю за Жанну. Покажу, как играть за нее эффективно. 5 на 5 игроков, вроде как живых даже. Вполне возможно, что не боты. Хотя, видимо, есть и боты, которые по алгоритмам бегают и фокусируют дамаг то на одном, на втором, на третьем и быстро так достаточно выигрывают. Ну, в компьютерных играх можно развивать навыки различные, которые полезны в нашем бытии. Умение быстро настраиваться, решать сложные задачи, причем в максимально короткие сроки. Так, здесь я играю за Жанну, покупаю такие предметы вначале и спамлю, соответственно, скиллы, увеличивая максимальное количество маны. Четыре минуты стою на базе, закупаюсь, увеличиваю максимум маны и потом вступаю в бой. Пятером там бегать вокруг башни очень тесно и, по сути, бессмысленно. Ну вот мы видим, что Ясуо у нас там сливает ХП. Есть большие сомнения, что он не хорошо играет. За Жанну играет легко, прокачивается вихрь, кидается по линии миньонов без ускорения, миньоны уничтожаются и до башни дойти очень сложно. Плюс щит можно на башню кидать, что тоже эффективно. Вернее, надо совмещать и то, и другое. Раньше, по-моему, Грек Фей был 180, сейчас стал 125. В общем, за Жанну можно выиграть и вообще ни разу не умереть. Бывают такие тоже вещи. Вот видите, Блицкранг подкупливает, у него задача притягивать к себе под башню противников. Но, к сожалению, видимо, недоступно ему такой уровень игры. Так, что у нас тут дальше? Дальше у нас закупка этого, и, пожалуй, нужно еще немного подождать. Ну что, вот у нас Акартус летает, заграждение не ставит, стену боли. Чем занимается, непонятно. Короче, сплошной тупняк. Как школьники из школы приходят, так сразу все резко здесь ухудшается.
Заходите на сайт thelife.info, там море информации, десятки тысяч страниц на тему самореализации, раскрытия новых способностей, возможностей, знаний. Да, сколько у нас еще осталось? Чуть-чуть. Так, ну все, можно лететь. Да, вот так, в общем-то, все достаточно легко, по линии миллиона закидываем и вперед. Вперед. Медали промахиваются, ну, это не страшно. Медали промахиваются. Так, ну вот, мы туда уже удалили. Идем, соответственно, на крыс. Ну вот так, туда мы идем. Тихо. Кого-то я должен забыть. Сплошной прогресс. Выносим миньонов, никто не подходит. Интересно, как с Чогатом получается. Он подбрасывает, и я подбрасываю тоже. Так, ну вот, никто не стремится подойти. На башню. Отсутствие миллионов, как минимум. Хорошо, вихрь растет. Скоро будет 5 уровень. Красота. Даже кого-то так, башню мы успешно защищаем. Промазали по мне. Что случается? Когда мы кидаем щит на башню, там еще у нас получается, что...
кого-то вернули. Так, ободрячком. Так, 7.18. Так, ну тогда возьмем это, что у нас тут еще нет, это, пожалуй, вот это, ну, пожалуй, вот тут еще на ботинки. Бабло, бабло, бабло. Льется, льется, льется.
А, бежим, 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 бежим. Выжил. Спасли. Прогресс, благодарим. Так, еще кого-то вынули. Хорошо. Двигаемся дальше. Ну так, все-таки надо сказать, что вроде как команда что-то умеет, тем не менее. Тем не менее, какой-то тут прогресс существует. Блин, такая мешанина, не вижу нифига ничего. Бежим, бежим, бежим. Промазал. Промазал. Не попал по мне, муму. По муму. Да. А шугата мы, походу, бросили. Ну, его там не видно. Грустно от этого. Ах, как меня хорошо подловили. Ну ладно. Блиц у нас может постоянно. К сожалению. Так, что у нас тут еще закупить-то можно? Хорошее было бы. И скорость. Хотелось бы вот это. Маленькая скорость, плохо. Плохо, плохо не успевает. Быстро движуха, движуха, движуха. Так, как-то резко тут все пошло.
Так, хорошо. Что, гата раскормили? Да, гонку я не выдержал, шагат тоже. Ну ладно, сейчас посмотрим, чего мы тут хорошего можем сделать. Так, так, 1550. 1100, посмотрим. Будет скорее, что это сейчас лучше всего их. Не все это не помогло. Да, мне будет странно. Я протупил, надо было ХП брать, а потом уже дергаться там, туда-сюда. Выпал, выпал, выпал. Так, что мне тут еще докупить-то? Наверное, надо бы посмотреть в сторону...
сторону, в сторону. Почему? Так. Так, смотрим и видим, что никто не покупает на так 40%. Поэтому скиллы по минуте. Ну, по минуте, секунд по 20, по 30, но в нашем случае, в принципе, это одно и то же. Так. Так, если меня подпроводим. Что-нибудь получше купим. Вот типа этого. Так, 400 у нас.
Да, игра сложновата. Все ограничено с помещением, с алгоритмом. Так, ну, победа. Еле-еле, но смогли. Это был видеообзор игры League of Legends, режима RAM, игра за жанры, от сайта azalife.info. Заходите на сайт, узнавайте много нового, научитесь много новому и применяйте. Успехов! Ура! Растем! Пробуждайтесь!